быстрее команды бойцов полицейских. Динамо и Прогиавиатор, город Казань, форма белая. Номер 3. Калашникова Анастасия. Номер 4. Мухаммед Шамалия. Номер 7. Хабибулина Ария. Номер 8. Туркова Наталья. Номер 9. Киямова Асу. Номер 10. Анварова Камила. Номер 11. Роджина Энже. Номер 12. Очкалова Оксана. Номер 14. Синягин Евгений. Номер 15. Номер 17. Кирилла Елена. Номер 18. Туркова Наталья. Номер 20. Ашурова Елена. Номер 23. Иванова Тамара. Номер 25. Меделева Камила. Номер 29. Сорокина Евгения. Номер 31. Яшина Ангелина. Главный тренер команды Чернов Сергей Ильич. Судьи, обслуживающие встречи. Справа от судейского столика Кадырова Наталья, судья международной категории, город Волгоград. Слева от судейского столика Микушевич Виталий, судья национальной категории, город Электростар. Инспектор матча Позняков Антонина Афанасьевна, судья международной категории, город Электростар. Что там, а? Девочки, собрались, собрали! Плотнее, НЖ! Карина, Карин, ты командуй, не забывай, позлее, поджёстче на защите. А то они чуть-чуть это, расхлябанные какие-то ходят. Thank you.
Вам кепку, блядь. Кепку. Спасибо большое. Все. Блин, а что за хоккей такой? Вот, блин. Туда и обратно, и пофиг.
нормально. Вот это был шедевр. Наконец-то вот играть начали. А то все вот это канадский там войти. Зоны дают. А тут так вот какашечка летит. Раз, и сюда. Туда. Все обратно. Щелчок и все. А у Федорца что? Смотри, Наталья. Вот это вот. И что это? Кто на добивание-то, а? Километраж. Смотрите,
отдал пас спрятался, да? Заворочил. Да сколько можно, Юля? Хорош, Наталь. Юль, аккуратней с этим передачем. Почему вот? Почему? Блин, все игру так темп сбивает, блин, стоит, а? Да,
Красава, Инже. Здорово, Инже, здорово! Прыг. Ну, блин, вот. Инже, не выбрасывайся. Чего опять вот?
Просто он ее поднял, на ДТП, он сразу на ДТП обычно оставил. Да, я думаю, его даже никогда не отпускали. Ой, Наталька, молодец какая. Да ебану мать, да что вам еще надо-то, а? Сейчас четвертый уже был, да? Четвертый, пятый, да? Третий. Если взять следующую машину, там немножко не поверила, не пошла. Я не знаю, Инже, там нельзя спалить, что ли, за 23 где-нибудь? Вас как кегли отбегает там, блин. Второй мяч со штрафного броска забила игрок под номером 28, Ксения Свеженко. Счет встречи 2-0 для команды «Метростой».
Хорош, Юль, хорош. И что это? Как это называется-то? Все нормально у него, блин, а?